Иди сюда. Он к нам залез, когда нас не было дома. И испугалась, наверное, девочка. Кися, на. Праздничный стол из Кока-Колы 0,6 и вот такого кексика. Смотрите, как опасно. Я вот держусь, например, вот там смелый, дерзкий. А я... Ой, сейчас. Как мы опасно сидим. И сколько время? 5 часов сейчас? А Вартан уже предлагает новогоднюю бутылку вина открывать. Видите, какой у нас прикольный наступающий Новый год. В мире... А в другой половине света уже наступил новый 2024 год. Да, уже год дракона. Ну вот мы прикатили все-таки под вечер, сейчас почти 6 вечера, в центр на ту самую площадь Конституции посмотрим. Красивый соборчик метрополитена. Пытаемся найти какую-нибудь предновогоднюю атмосферку. Ну да, и вы видели, что на площади эту сцену уже убрали гигантскую. И так мы и не поняли, для чего ее вообще ставили, если ни на Рождество, ни на Новый год ее не использовали. Люди уже под градусом ходят, уже успели. Наконец мы нашли кофеек, заряжаемся, чтобы до полуночи дождаться. Целое ведро. Да, чтобы дождаться, возможно, салюта. А может нет? В каком-то... Эксперта по дрону. Вот в этом магазинчике мы берем. Что вот так мы решили таки выбраться на улицу, немножечко отмечаем на улице, на подмостках улицы. Ну вот мы и дома, включаю наши новогодние украшения. Вот. Стройненько. Будем венцо пить. Вот там уже приготовил. Молодец. Респектую. Если еще бокальчики взял. Покажи, какое мы венцо купили. Винишко. Мексиканское, да? Да. Ура, из Гваталуп. Деревня Гваталупская. Это наши закуски. Это мы вдвоем ведро купили. Это интересные штучки. Это клюква и орешки. Пекан. И еще у нас чипсики там внизу лежат на кухне. Длиннющая пробка. Да. Надежно и глубоко. Вартан перемещается. Оп! Ура! Люди уже салюты запускают, как всегда. А я пока схожу за чипсончиками. Возьму бокальчики. Кстати, вот мы легко купили. Чуть не уронила. Ох, было грустно. Сейчас поздравлю Лисе с наступающим. Ой, с наступающим Новым годом, красавица. Это график нашего дежурства. Такой прикол, быстро я скажу, что я нашла еще деньги в метро.
Ну какой у нас богатый столец. И с музычкой, и долевых. Эта штучка заработала. А что ты убрала? Вот такое да. Тут все изыски будут видны. Окей. Нечего стесняться. Запакованные. Богатство наше. Жилье. Все, вот наш новогодний праздничный стол. Вино мы еще не попробовали. Заказываем. Очень вкусно. 10, да? За наступающий Новый год. Да, 2024. Да. Ну что ж, немножечко у нас, конечно, подвисает. Вартан сказал, что мы будем на нашей гигантской плазе смотреть. Плазме. Конечно, легендарный фильм новогодний. «Один дома, два». 2 года назад мы смотрели первую часть во Вроцлаве. И пообещали себе посмотреть дальше. Не понравился тебе? Нормально, но... Будем «Салют» смотреть с кровати. О. Ну что, всех мы поздравляем. У кого-то уже с Новым годом, у кого-то с наступающим Новым годом. Да, Вартан? Да, Настя поздравляю с Новым годом. Вартан почти спал, уже я его мешала ему. Ой. Ой, как пахнет салютом, ничего себе. Ой, там какой салют. Вартан встал. Такие глисты, да? Я решила все-таки на крышу подняться. Эти так и продолжают мочить. Мощно. Вот это вот мне нравится. Они весь салют, что ли, скупили. Люди тоже выбегают. Ой, Вартан залез. Ура! Ой. Это, конечно, намного интереснее, чем в Рождество было. Эти-то, видишь, они просто уже сколько минут подряд запускают. Ну, видишь, то есть у них тоже есть эта традиция все-таки. Ух, нифига себе. Собаки там, бедняжки, так и бегают. Да, они спасают свои жизни, собачьи. Бедолаги. Я им сочувствую. Вот, смотри. Да, блин, я не успела началось. Я очень благодарна тем всем мексиканцам, которые купили сегодня салюты и взрывают именно в это время, что мы столько время ждали и не напрасно. Верили всей душой. Что, у нас, в общем, 1:00 ночи, а салюты продолжают взрывать. Мы немножечко потанцевали под дискотеку 80-х. Главным образом был исполнен танец «Трясунчик». И вот теперь мы решили ложиться спать. Всех с Новым годом! Как же не снять момент, когда мы 1 января в 10 утра после завтрака с Ведьмаком стираем шмотки. По старинке. На улице неприятный смог, какая-то дымка. Воздух с утра совсем не свежий на улице. Выходишь, лучше не открывать дверь. О, Лиси, собачку нашу. Да, хозяин тоже запроснулся после ночных гуляний. Принес эту шапочку, я видел с ним. Это не я. Какой-то аромочный мексиканский песок. На солнышке хорошо, конечно. Семейные поселушки. Она расшумит вода сегодня. Прям под самым микрофоном. Okay.
чего-то большего. А в лет, я не знаю, 10 это вообще.